Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня третья часть, так сказать, апгрейд ленточной пилы GIB BS12. В первом апгрейде я сделал ручку такую-то из бука. Очень удобная. Сюда можно вложить направляющую. И вот так вот специально было это все сделано. То есть не всегда она нужна здесь. Поэтому она вот всегда при месте. Второй апгрейд сделали натяжение полотна. Вот так вот он работает. Натянем сейчас, попилим маленько. И третий апгрейд сделал освещение. Вот такой вот, так сказать, прожекторчик маленький. Цена вопроса была 260 рублей. Здесь есть штатный болтик, и просто к нему по центру прикрутил. И настроил так, чтобы он светил куда мне надо, то есть к полотну. Вот. Быстро все это сделалось, буквально тоже 15 минут. Ну, пока кабель вот так вот кинул, потому что я сделал только сегодня это. Здесь сделал отверстие, это пластмасска. И отвернул кнопку. И врезался. То есть там подходит папа-мама. И просто туда воткнул и одел, так сказать, маму. И все быстро, за 5 минут все сделалось. Вот. И сейчас вполне прекрасно все видать. Вот он как раз бьет куда мне надо. Без всяких головняков. Вот таким методом простым можно сделать освещение абсолютно без всяких головоломок. Вот. Ленточное полотно родное убил я, то есть не порвало, а просто оно затупилось наглухо. Но я много на нем пилил, и в основном по ганаш. И выписал у китайцев вот такую шестерочку. Ну, тоже много уже ей поработал. Прекрасные полотна. Продаются. Вот так вот хорошо упакованы. Два штуки. По-моему, 1800 рублей. Ну, полотна стоящие. И пилят хорошо. И, так сказать, пока никаких приключений с ними не было. Ну, ссылку оставлю под видео на этого китайца. Сам я у китайцев не работаю. Поэтому ссылка просто ссылка, а никакая она не партнерская. Китайцев я не промышляю. Вот. Пилит прекрасно. Что дуб, что... Ну, вообще я много чего пилил. Ну, сейчас покажу, как это все пилится. Быстро. Очень хорошие острые полотна. Это был дуб, сейчас я пилю. Отлично пилит. Кстати, еще сделан вот такой вот катель маленький специально для нее. И лежит он там внизу на полочке. То есть, когда надо, допустим, и подтолкнул. Ну, это в основном, когда работаешь по упору и подталкиваешь. Вот такой вот маленький толкатель. Ну вот, как бы на этом все. Больше рассказывать пока нечего о ней. Ленточка меня вполне устраивает. А на этом все. Всем удачи. До встречи.